Здорово, ребятки! С вами я, Степру, и сегодня я покажу вам глобальное обновление Майнкрафта 1.2.5. Я знаю, что этому обновлению уже больше 3 дней, но все это длительное время я собирал необходимую информацию, которую теперь готов представить вам. Собственно говоря, это обновление я могу назвать совершенно глобальным, поскольку в нем исправили 50 ошибок, которые влияли на стабильность Майнкрафта. Ну а теперь, когда все эти ошибки были исправлены, играть в нашу игру стало намного лучше. Во-первых, было исправлено множество ошибок, связанных с картами. Теперь карты не вылетают и сохраняются правильно. Во-вторых, было сделано очень важное исправление, которое касается только лицензионных версий Майнкрафта. Когда вы покупаете лицензию Майнкрафта и заходите в Майнкрафт, вы можете наблюдать окошко, в котором написано, что вы используете пиратскую версию, и продолжить играть вы не можете. Да, может быть, у кого-то из вас встречалось такое окошко, и это было довольно печально. Теперь, ребятки, этого не будет. Но это будет только у тех, у кого пиратская версия. Поэтому, пираты, покупайте лицензию и становитесь, так сказать, лицушниками, что ли. Ну и в-третьих, было исправлено множество ошибок, связанных с мобами в Майнкрафте. Я думаю, что вы наблюдали за их поведением и видели, какие они баганные, сбагованные. Ну, собственно говоря, у них есть баги в поведении, да и так бывает, они проваливаются через текстурки. Это довольно обидно видеть, и, собственно говоря, теперь этого не будет. Ну и было еще исправлено множество различных ошибок, которые мы с вами просто-напросто так заметить не можем. Но Банджонг это заметили и исправили. Также, ребятки, в магазине было добавлено несколько новых бесплатных наборов, которые скоро станут платными. Поэтому успевайте заходить в магазин, качайте эти наборы, устанавливайте и играйте с вашими друзьями. Ссылочку на это обновление Майнкрафта я оставлю в описании, поэтому если что, переходите и скачивайте. Ну а на этом все. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому до скорых встреч.